Ребят, короче, проходим испытание, и пока я играю лучше всех. Ну, как бы, я и так играю лучше всех, но я побил в этом испытании. Открыл мегаящик, короче, и мне ничего не выпало. Так, ребята, я пишу звуком или без, не знаю. Надо со звуком. Со звуком. Так, поехали вторую карточку играть. Time for trouble. Okay. Так, ребята, поехали. Играем. У нас сливается Венер. Мы это видим. Забираем. Можно забирать кристалл, но будет крысить. Это самое карта. Короче. Дэрил. Вот Фэнк стоит, я его убью. Я сам убил. Мне не брал вас. Стою в кустах. Пабло ставит свой. Так. Ломаем силу. Пабло. У нас убивает самурай. Мы самурай вам. Им тут нас хотел закрыть. Так. Возможно, это будет так, а возможно и нет. Так. Ну, один проигрыш, ничего, потому что есть еще несколько подходов. Сейчас мы нажмем сюда. Чтоб слышно было только мой голос. Ну, одну карточку слили. У нас тут есть одна имс и колет. Окей. Забираем кристалл. Забираем еще один кристалл. У нас тут Мортис крысит. Крыса Мортис. В крысу просто. Так, он стоит в кустиках. Так, мы хотим добить Карла. У него, у Джеки есть на помощник. Мортис нас закрысил. Калет пытается убить. Сейчас мы... Персик. Окей, забираем Эй, блин, ребята, эту карточку мы явно сольем, потому что здесь играет, я смотрю, не ботики, на. Мортис у нас крыса просто. У нас Джеки забирает последнюю просто баночку, последняя надежда. Давайте просто берем и Карла. Пам-п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 ам. Да. Я остановил. Если бы не я, то мы бы слили. Как говорил мудрый бравлер под названием И. Да. Вот мы. Мортис крыса просто бесит. На. Он пытается от нас уйти, но закрысим мы его. Нет. Все. Петр Акулеков. Если бы не ты, то мы бы слили. Он так говорит постоянно. В общем, тоже карточку слили, блин. Я думаю, мы с такими ботами, как вот эти вот, не сможем победить, потому что боты... Ну, ладно, давайте последнюю карточку, решающую за... Ну, давайте, допустим, за Гейла. За Гейла поиграем. Я, кстати, вчера... У меня было 12 тысяч монет. Я улучшил всех бойцов. И у нас остается вот эти вот... У меня остается 1000 монет. Так, у нас тут Шелли. Своим гаджетом она нас остановила и замедлила. Кофе под названием Мортис. Мортис кидает нам свой
кактус. Пабло, точнее. Пабло. Шелли с ультой у нас. Поэтому, блин. Оп. Забираем, блин. Пабло меня убил. Спайк. Мы сейчас спокойненько подойдем. Вот. Ставим, так. Кактус. Сюда. Кстати, ульта копится, да? Пока ульта не копится. Забираем кристаллик. Кристаллик. Он кидает нам бомбу. Но это нам не, эта бомба нам не страшна, потому что у нас здесь Морчес. Главное, чтобы Морчес здесь не умирал. Здесь Шелли. Крыса просто на. Убиваем. И Морчес. Хорошо, что с нами попался Морчес, потому что если бы не Морчес, то мы слили. Давайте я поставлю. Раз уже побеждаем, то поставлю гаджеты. И случайно. Ах, Морчес, он у нас еще и токсик. Дизлайки отправляет. Ладно. Зато благодаря Морчесу мы победили. Так, у нас 1400 старпоинтов. Я думаю, купим сегодня эту акцию. Через 16 часов она кончится. Так, второй этап у нас что дают? Второй этап у нас дают это самое. Ну, вы поняли, да? В общем. Ну, короче, у нас 0, у них 3. Сейчас мы вот Динамайк. Нет, Шелли тут. Шелли у нас крыса просто. Вот. Сейчас мы. У них 7, у нас 2. Конечно, тут с нами играют боты. Поэтому. Ладно, ребята. Сейчас доиграем эту карточку. Я иду домой монтировать этот видосик для вас. Чтобы он как можно скорее вышел на ютубчик уже. Уже на ютубчик вышел. Блин, Динамайк, крыса тупая. Просто бам, и меня убивают. 16 баночек, 16 звездочек у них. Уже 23, у нас 10. Это большая беда. Так, у нас тут Динамайк. Я ставлю свой гаджет. Подпрыгиваем. Бам-б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 ам. Давай, на. Окей, отлично. Кто меня убил? Бэйн? Так. У нас 21, у них 27. Мы еще можем победить. У нас есть шансы. Воп. Оу, я не знаю, кто. Динамайк, у них 32. Пам. Со своей ультой. Так, у них 27. По-любому, сейчас, блин. 36. Ставлю свой гаджет и подлетаем. Пам-пам-пам, нашили просто. Давай, бам. Просто дерзкий, дерзкий. Нет. У них 42, у нас 35. Поражение. Так, давайте. Последнюю карточку загейла. Я иду монтировать видео домой и выкладывать на YouTube уже. У нас тут есть Мэг. Но мы сейчас эту Мэг быстро на место поставим, потому что кто не умеет играть, тот, ну, просто как Кольт у нас говорит: sorry, noob. Так, сейчас мы убиваем Вольта. Вольта убили, отлично. Гром чуть нас не убил. У них 5, у нас 3. Гром со своей ультой, пам, почти убили, почти. Появляется робот, он идет к счастью, к ним, но не к нам. Мы ставим свой гаджет и пам, подлетаем. У нас тут Мэг такая с ультой уже сильная. Так. Блин. Ну, эту качку сольем, думаю. Или поднимем, нет. Сливать не надо. Нам нужно поднимать. На. Нита, вот. Если все
Если все слили и заняты. На. Так, 12-12. Счет равный. У нас 14. Ребята, тактика на миллион побед. Смотрите, просто говорим то, что вы сольете. Чем больше вы говорите то, что вы сольете, тем больше вы поднимете кубков. Это действительно работает. Допустим, сейчас я говорил то, что я солью, но на самом деле я победил. Почти победил. И мы почти выиграли. Читер 777 убил Ниру. Нира. Так, пам. Пам-пам-пам-пам. Пам-парам-пам-пам-пам-пам-пам. 16. Так, Вольтяра. Вольт. На-на-на. 19. Так, сюда. Оп. 22. У них 17. Главное уже не подходить. Гром у нас бессилен просто. Пам-пам-пам-пам-пам. Так, все. Ставим вот такой вот... Победа. Победа. И нам дают... 250 двоителей жетон. Ладно, всем спасибо за просмотр. Пойду домой монтировать видосик.